Такое их нытье прям елей для души. Но дальше еще веселее. Пропагандисты начали испытывать беспокойство из-за карты главного украинского разведчика Кирилла Буданова. Да-да, та самая карта, которую заметили у него в кабинете, на которой вся эрефия расчлененная. Вот эта карта, которую себе повесил Буданов, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь, и об этом забывать нельзя. Ну, не знаю, что там смертельного и опасного этот якобы эксперт увидел. Мне все нравится. Друзья, а расскажите, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии, а я с удовольствием их просмотрю. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А мы продолжаем.